Литувоз Гелищинкелей почти за 45 миллионов евро через свое дочернее предприятие и без проведения конкурса приобрело локомотивы у российского предприятия «Трансмаш Холдинг». Как пишет портал 15min.lt, в финансовых документах указывается, что в 2012 году был подписан контракт на производство 15 локомотивов, а в 2013 – на изготовление 10 локомотивов за 18 миллионов евро. Руководитель «Литувоз Гелищинкелей» Стасис Дейлитка утверждает, что покупать детали из России и собирать их в Литве выгоднее, чем приобретать локомотивы в Европе, но дороже, чем в самой России. Но в свое оправдание, сказал глава литовских железных дорог, локомотивы из России госкомпания уже не покупает, так как, цитата, «их там собирают плохо».